Щосуботи, зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть, що їх тішить і що бентежить. Невимушені розмови про життя. Щосуботи кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98 fm Дивись на ютуб-каналі Київ -ФМ». Вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться на Ютуб-каналі Київ ФМ. Це програма Кава з молоком. І сьогодні у мене в гостях професійний автогонщик, чемпіон України з дрифтингу Артур Подлужний. Як ваші справи? Все супер, спасибо. Розкажіть нам, як стають автогонщиками? Uh, хороший вопрос. Ні, мені здається, на нього єдиного такого відвіта. это, наверное, как-то в душе у каждого должен быть какая-то страсть к адреналину. Я пришел в автоспорт не совсем юным, я, наверное, начал заниматься автоспортом где-то уже в 25 лет только только как пришел, начал с автомобилем. До этого я занимался мотоспортом, до этого, конечно, были какие-то стрит-гонки полулегальные, можно так сказать, то есть не чемпионат Украины, а какие-то уличные соревнования, которые собирались там, группы ребят организовывали. Вас еще нас гоняет после 12-й да, ночи да, на да. Пудоле, да? Да, и как бы я от этого ушел вот со временем, с пониманием, что любая автоспортивная дисциплина, она должна регламентироваться, она должна э, проходить в рамках безопасности, то есть не должно проходить на улице, подвергая опасности чьи-то жизни и, и так далее. Поэтому я понял, mm -hmm. что мне, 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 мне нравится заниматься Мотоспортом, автоспортом, то есть как дисциплина, а не просто какими-то уличными гонками. Ну, ваше жизнь повязано с автомобилями еще, насколько я знаю, с самого дитинства. Вы уже в 14 лет работали тоже с машинами, так? Расскажите нашим слушателям, глядачам. Да, да. да, у меня исторический связь с автомобилями как бы всегда была. Вот эта частная мастерская была на то время, и я ему помогал, там помогал с машинами, с ремонтом, он меня обучал и уже там, можно сказать, получил какую-то профессию первую в жизни, которую я, кстати, реализовал, когда приехал в Киев учиться в университет, я устроился в автосервис, работал с лесарем, работал мотористом. Угу. А скажите, чем отличается дрифтинг от кольцевых гонок? Правильно я поставила. Я не сильно в автоспорте. <laughs> Запытание. Правильно поставила. Вопрос правильный, конечно, но не Но Это две абсолютно разные дисциплины. Так. Плавание и бег, можно сказать. Угу. То есть, это да, спортивная машина, они похожи по регламентам по подготовке, но разные требования, разные задания. И в дрифтинге это управляемый занос, а в кольцевых гонках это езда на секундомер, на скорость быстрый круг. То есть показать. Чему сами обрали дрифт? Честно сказать, как дисциплина, дрифт не очень давно нравилась. Она как бы зрелищная и пространственное, можно сказать. Управление автомобилем это что-то нечто. То есть можно сравнить с полетом, потому что автомобиль, когда он скользит, он, можно сказать, летит. Но это управляемое, это очень сложно. Вообще дисциплина дрифта, она сама по себе довольно сложная, это не сказать, что просто поскользили. У нас на соревновательном процессе есть задания, так. есть судьи, судьи ставят задания, и это сложно выполнимые задания. В том плане, что дрифт в себе заключил, наверное, самые лучшие какие-то аспекты из разных дисциплин автоспорта, то есть разгон. Это там, дисциплина драк, управляемый занос, контрсмещение, работа с автомобилем это mm -hmm. какие-то элементы из дисциплины ралли. М -м -м, прохождение быстрое задание, траектории проехать. Это, это, это можно сказать из кольцевых гонок тоже тебе надо быстро сделать, проложить траекторию и безошибочно проехать. Поэтому все самые лучшие какие-то моменты, я считаю, из автоспортивных дисциплин, такие как драк, ралли, кольцо, кольцевые автогонки, дрифт, включил в себе. И тем самым он очень интересен и технически сложен. А що відчули, коли вперше брали участь у змаганнях? От в дрифті, коли перемогли? Що відчули? Які були відчуття? Адже це такий, ну як для мене, і напевно для всіх слухачів наших, це дуже такий ризиковий вид спорту? Це був 2019 року. Да, коли там було перше сорівнування по дрифту. я готуюся очень довго. там 4-5 месяцев я, наверное, еженедельно по две тренировки в неделю проводил. И я был новичок вообще в дрифте, только пришел. И там буквально не первое соревнование, на втором соревновании в чемпионате, который я ехал, в котором я стал чемпионом. Это серия стрит была в 2019 году. Она единственная проходила в Украине. Я выиграл весь чемпионат досрочно. Эмоции с первого этапа переполняли, когда ты приходишь, уже есть пилоты, которые ездили по 5 лет, три, кто-то, ну, в общем, я был первая годка, ребята уже по несколько лет ездили, я их э, смог победить, забраться там на, пи на подиум с шампанским, конечно, эмоции переполняли, это очень круто, то есть ты понимал уже азы, профессионализм какой-то приходил, ты наработки мои предыдущие, из моих опыт мой из автосп из мотоспорта, из кольцевых мотогонок, uh -huh. э, настройка подвески, работа с техникой, подготовка, мои там какие-то часы тренировок, часы просмотра на YouTube том же э, других чемпионатов, uh -huh. пилотов. Наблюдений, анализ, аналитика, оно все сработало. И я понимаю, что это было все не зря сделано, проделано. Конечно, ты получаешь удовлетворение, ну и безграничные эмоции, радости. Да. Но а, взагалі страшно а, брать участь в автогонках? Была такая фраза: это мой сокоманник Юрий Рак ее говорит, что угу. а, мы не едем. У нас у нас нет э, неоправданного риска. Все, что мы делаем, это сухой расчет, рассудок. Uh -huh. Где соединено профессионализм с сухим рассудком? То есть понятное дело, что мы рискуем и много рискуем. Дрифт это очень рисковая такая дисциплина. То есть на скорости сделать перекладку или поставиться под бетон на скорости больше 160 км в час. Надо в первую очередь понимать, что ты делаешь, потому что без понимания. Что ты сейчас хочешь сделать? Ты можешь, конечно, разбить машину, ну, разбиться, там, ее не починить и дальше не поехать. Там, на, на если это соревновательный процесс, если тренировочный, ну, конечно, там потачивается это все. Ну. Но... А как відбувається взагалі подготовка а, до чемпионата, до? Э... Як можливо, де є в де є в Києві а школи спеціальні автогонщиків? Тому що Ну я, наприклад, про це мало що знаю, да оскільки завжди, коли у маленьких дітей, до речі, питаєш, ким ти хочеш стати, вони завжди кажуть автогонщиком. Да. Так, от де де цьому навчають на самом деле в Україні є. несколько школ вообще автоспортивных, где готовят и для кольцевых автогонок начинает все чаще всего там э, в юном возрасте это с подготовки дисциплины и картинг, даже можно просто взять uh -huh. ребенка поехать на выходных в картинг центр и покататься для развлечения есть конечно тренера и уже есть школы, где готовят будущих автоспортсменов конкретно по дисциплине дрифт, э, к сожалению не так много автошкол, то uh -huh. есть дрифт-школ, например, это, это сейчас более все в частных лицах. Есть одна центральная школа, конечно, это из драйв на Чайке, она как бы маленькая, частная. Есть Чайка, школа автодрома Чайка, uh -huh. там более уже они пакеты сделали, больше машин, больше инструкторов, и есть какая-то подготовка к экстремальному вождению, есть подготовка там, к дисциплине дрифт. Но также каждый как бы спортсмены, приглашают друзей, товарищей, приезжают у нас там тренировочные дни, приезжают ребята молодые, мы им подсказываем, помогаем, подготовку автомобиля, кто-то с интернета черпает, вот как все с этого начинали какую-то информацию, ну а больше уже стандартизация какая-то в подготовке, это идет уже техническим регламентом и так далее. Ну, конечно, на тренировках мы подсказываем молодым, помогаем. Есть сейчас школы, но их реально очень мало, то есть в Львове есть Алексей Виговский, наш же спортсмен, профессионал, много лет в дрифте, он готовит ни одного уже спортсмена подготовил ну, в дисциплине дрифт. Сколько лет нужно, например, готовить автоспортсмена-гонщика до чемпионата Украины, скажем так? Я, если и дисциплину дрифт взять, то, как показывает практика, я готовился три четыре месяца и в начале да вы классе еще. Да, да, выехал круто. понятно что могут пойти годы подготовки оттачивания построения команды потому что не только зависит от подготовки пилота все очень зависит от команды от автомобиля от настройки автомобиля то есть у нас вообще дисциплина дрифт очень сегодня стремительно, самая стремительно развивающая дисциплина в мире и в автоспортивная дисциплина. И она набирает очень большие зрелищности, охваты. Приходят уже спонсоры, крупные спонсоры приходят. Уже даже заводские команды появляются. БМБ, Toyota есть заводские команды, которые вкладывают уже очень большие бюджеты. И сегодня ну, быть просто пилотом недостаточно, уже очень сильно техническая идет гонка вооружений. И в профессиональном классе, в котором я сейчас участвую, выступаю, принимаю участие в международных также соревнованиях, у нас такая гонка бюджетов уже серьезно назревает. И без поддержки спонсоров, партнеров бывает очень тяжело. Ну, как и неможливо без, да, да, Мощности автомобилей растут, покрышки, зацеп, технические автомобили, подготовка, борьба с весом. А зазвичай, какие автомобили э, берут участие в Стандарт — это заднеприводный автомобиль, то есть за основу берется база. Конечно, нету какой-то панацеи, что вот эта платформа будет только побеждать. Беруть Nissan, BMW, Toyota, Mercedes, БМВ, много разных. Ваша улюблена марка, яка? Сейчас я виступаю на Toyota і хочу строить новий кузов. Также планирую Toyota. мені очень нравится. Угу. Нова, современная, легкая, спортивна изначально заложена база. Угу. Звідки прийшов цей вид автоспорту в Україну і хто його започаткував? Это Япония, это 90-е, это были тоже из нелегальных гонок, где-то по горам, по серпантинам. Uh -huh. Так развлекались японцы после у них первые чемпионаты начались и у них начался первый чемпионат мира так званый там FIDC они проводили и дальше оно пошло и сегодня говорю это самый стремительно растущий набирающий обороты вид автоспорта и во всех странах во всем мире просто мне даже Сотни знакомых друзей с Европы, я не знаю, с Норвегия, Литва, Германия, Англия, везде ребята, друзья знакомые, с кем я когда-то общался, общаюсь до сих пор, все включаются, все начинают заниматься, и это как бы как хобби, как фан, профессионально, конечно, это уже сложнее, дороже и выше, уровень туда мало доходит, то есть это классная дисциплина, которая включает вот как футбол, можно и во дворе поиграть, можно и на чемпионат мира поехать. Угу. А на каком уровне автоспорт сейчас в Украине? Хотелось бы лучше. Это для всех автоспортсменов, не только там, может, для меня или для нашей дисциплины. Большой больной вопрос, потому что у нас крайне не хватает инфраструктуры. У нас есть единственный автодром в Украине, это спорткомплекс «Чайка», который не может принимать там, соревнования международного уровня там, uh -huh. с кольцевых мотогонок, автогонок, не говоря уже про формулу и, и так далее, про другие дисциплины. Он в достаточно плачевном состоянии, поддержки государства нет, автодром не занимается, поэтому все, прям у, каждого, у каждой дисциплины есть своя, может не коалиция, а как бы группа инициатив которая пытается что-то сделать в том плане, что привлечь инвестора либо же обратить внимание государства, что у нас очень много автоспортсменов, мотоспортсменов в Украине, которые хотели бы иметь все международного уровня гоночный трек, где можно проводить трогни, проводить международные соревнования, приглашать международные команды и чемпионаты к нам в страну, чтобы включать в один из этапов. Чемпионатов мира, либо же Европы, либо же Снг, и так далее. Поэтому инфраструктуры крайне не хватает. Это самый больной вопрос. И у нас много есть Еще спортсменов. Для этого. Хотел сказать, что у нас очень много спортсменов, которые участвуют в международных чемпионатах, но не ездят в Украине, потому что негде просто технику реализовать свою. Что для этого планируется? Сейчас в городе Днепропетровск частный трек, он был грунтовый под ралли кросс подготовленный. К нему имеет отношение наша автомобильная федерация. Украина мы с ними ездили на трек, рисовали уже помогали по подготовке инфраструктуры, они привлекают активных инвесторов, хотят ложить асфальт и готовить такая, это будет не международного уровня а трек, но будет как бы заасфальтированный достаточно для местных соревнований, для там украинского чемпионата достаточно годный трек. В Одессе ребята есть так звано движение Мост Одесса, они собираются под мостом так у них сложилось исторически и они ездят с мэром города ведут переговоры uh -huh. по поводу заброшенного нового ну, отрезка дороги там на шестом километре или это седьмой не шестой километр э, окружной дороги и там неофициальные соревнования проходят даже были чемпионаты по дрифту и по мотоспорту, по кольцам мотогонкам, но не это заброшенный участок дороги, развилка, разворот, мост и он с хорошим асфальтным покрытием, его закольцовывают, ставят маршалов, безопасность какие-то отбойники и так далее, то есть организаторы подготавливают он достаточно ну, угу. годный для проведения таких соревнований и вот ребята инициативная группа автоспортсменов детского региона, они просят передать на баланс, либо взять на баланс города, чтобы это как инфраструктурно могло развиваться, сделать какие-то трибуны, зоны, безопасность, стационарно. Там могут быть автошколы, автосервисы uh -huh. по подготовке спортивных автомобилей и проводить рыгни безопасно и официально, чтобы это не было каким-то нелегальным собранием. Наш автодром «Чайка» Достаточно его э, окружили дома, жилые дома. Очень близко сходятся. И постоянно жалобы поступают. Да от... уже шумно, да. Да, шум, потому что ребята тренируются, приезжают, автоспорт, мотоспорт он очень громкий, мощные моторы. Это все очень слышно. Конечно, поступают жалобы, и это постоянная борьба идет. Конечно, хотелось бы, чтобы потому что в пределах 30-50 километров за Киевом на специально отведенном месте сделали угу. наше там, правительство. Обратило внимание. Що це очень іміджіве для страни построєння, тобто міжнародного треку. А як часто проводяться ось такі автозмагання? Ми до мото да. е змагань теж перейдемо трішки mm -hmm. пізніше. Е я знаю, що нещодавно, е в серпні місяці, е також були автозмагання з дрифтрином. Дріф так е взагалі е в Україні сьогодні проходять три. официальной серии, у Guerra. это 2 кубковые гонки, и одна гонка это чемпионат Украины, это по 4 этапа чемпионата Украины в, класс, в профессиональном классе, и кажется 5-6 этапов это кубковые гонки, то есть только дисциплина дрифт, не говоря уже про кольцевые соревнования, э -э 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 uh -huh. где есть тоже разные классы, у них есть также 3-4 кубковые гонки чемпионата украины в разных классах и, и также по 3, 4 ой, по 4 5 этапов также мотогонки им чуть проще сегодня в плане того что они могут использовать картинговые треки uh -huh. в днепрокарт есть в город Каменская под днепропетровском там есть картинговый трек который называется днепрокарт там очень как бы сжато для спортивных спортбайков, но они проводят там два этапа из шести... Свои э, соревнования там, то есть два этапа из шести. Также есть в Полтаве, картинг трек Тава. Там ребята пробуют э, тайм-атак. Это как кольцевые гонки, только на время по одиночной машине. ну тоже это маленький трек, он рассчитан под картинг. И ездить на мотоциклах на машинах там очень тесно. Недостаточной инфраструктуры, uh -huh. опять-таки, вернемся. Ви з, з, з дрифтингу перейшли в мотоспорт, правильно? Наоборот. А, з мотоспорту так. в дрифтинг, так. А, а чому? Чому ви вирішили як, Як правильно сказати? Я в мотоспорті достиг теж хороших висот, можна сказати, професіональних і вирос суличного. хулигана, который ездил на мотоцикле, на задних, на передних колесах, пришел в, в мотоспорт, забросил полностью в езду по городу, то есть мне уже подвергать опасность свою жизнь или что-то не хотелось, Я это делал профессионально на закрытом автодроме, на кольце или там картинг-треке и стал чемпионом Украины в 2015-2016 году в классе СТК. И в дебюте, кажется, выигрывал выигрывал да, с первого сезона или со второго сезона. У меня были очень хорошие результаты. После мы создали команду М-29, наша команда также стала первой в чемпионате и, знаете, прошел какой-то уже путь. Считаю, что достиг высот в Украине, mm -hmm. достаточных в этой дисциплине. И как так сложилось, захотелось чего-то более спокойного. Как, как, казалось бы, но дрифт, он не менее эмоциональный, даже может где-то более эмоциональный. Я попробовал себя в дисциплине дрифт и так профессионально сейчас я занимаюсь. Ну, мотоспорт — это больше такой небезопасный вид спорта все-таки. Да чем автоспорт. Отчасти где-то, да, может, безопасность, недостаточно уровень подготовки наших треков, то есть спорткомплекса «Чайка», много отбойников, нет зон вылета, и, конечно, рисковать, и очень неровное полотно, бывает просто падение, Не там, де ошибся пілот, а там, де э, полотно, какая-то трещина либо яма, типа, просто подбил это, упал. упав. Я рисковать... бачила ваші відео, да. ну, це, це страшно дивитися. Ну, мені як жінці, як ви, ваша родина ставиться до вашого такого э, ризикового э, автос, автос, ну, автоспорту і взагалі мотоспорту? Ну, супруга была рада, что ухожу из мотоспорта, можно сказать, а в автоспорт. Но ну, более безопасно считается. Все-таки у нас. Есть двери, окна, есть каркас безопасности в машине, пожаротушение. Мы крепко пристегнуты в автомобиле. и У нас есть система удержания шеи шейного позвонка, шеститочные ремни безопасности, костюм цей, да, спортивный не костюм, не да, малогированную uh -huh. то есть пожарозащищенный и пожаротушение в автомобиле. Но это крайне редко бывает. Но бывает все. И как бы безопасность в автоспорте, конечно, на уровень. Выше, чем в мотоспорте, безопаснее. Не сказать, что выше, в мотоспорте тоже существуют свои регламенты, и все идут по регламентам, подготовка мотоциклов, комбинезонов, экипировки. Но, конечно, мотоцикл более опасен. Там падение, и ты один на один остаешься с асфальтом, с отбойником. В автомобиле все-таки впечататься в отбойник не так болезненно. Ну, я колись каталася на мотоциклах, але на, не на таких професійних, як ви, э, берете участь у своїх змаганнях. але все таки я люблю, щоб була криша і було більш безпечно. Родина ходить на ваші змагання? Да, звісно, мене супруга, практично кожне змагання зі мною яке в Україні проходять ана. В принципе всегда приезжает с ребенком, с сыном. Вас... Да, у меня сын 4 года, он у него. Мреста таким. Но он хочет, конечно, быть и мотогонщиком и строителем, и ну, у него пока знаете много целей. Uh -huh. Но ему нравится очень дрифт, ему нравится мото-автоспорт автос и мотоциклы и машины ему нравится и он у него вся комната в машинках, он просит, папа, поставь мне трассу, ему ставлю трассу, он ездит машинками, uh -huh. там, своими игрушечными дрифтует. Uh -huh. как бы. Авто и мотоспорт — это больше такой человеческий э, вид спорта. А скажите, а женщины берут участие в да. этих как в мотоспорте, так и в авто. В Украине у нас тоже? Да. Есть да. Вид... Да. 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 Расскажите. Вот в нашей команде Extreme Pro э, есть атлеты, четырех дисциплин сегодня. Табаги, это баги, это мотогонщики, мотоспортсмены, это дрифт. И э, мы сейчас э, ведем переговоры с командой, не с командой, с атлетами из дисциплины ралли и кантри-кросс. Э, во всех дисциплинах есть девушки, присутствуют. И у нас в команде есть девушка. Кого больше? Ама Сердюк, она ездит э, в мотогонках, мо мотоспортсмен. Классно, много да. жены взагалі. Uh, Сьогодні в чемпіонаті України в uh, мотогонках наверное, 4-5 mm, отдельный класс, клас, жіночі участвують між собою зрівну. Ну, правила такі ж самі, як і для чоловіків. Да, конечно, чи є якісь можливо пом'якшення для жінок? Нет, Нет, нема? Буває, даже. Дівчинки да, їдуть швидше пацанов. І впевненіше. Да, в минулому році ви поставили рекорд, що це був за рекорд, розкажіть. В прошлом году, да, мы поставили с командником Юрием Раком рекорд скорости в парном дрифте, это национальный рекорд Украины, и он не стал мировым, потому что последний момент на у нас поменялось место проведения, должен был быть аэропорт. Борисполь нам согласовала администрация, но из-за погодных условий отменили, и нам пришлось менять дислокацию на спорткомплекс «Чайка». Спорткомплекс «Чайка» у нас прямая, прим, прямик дистанции там, в районе 500 метров. И uh -huh. после начинается поворот. Мы за эти 500 метров успели разогнаться чуть больше 200 км в час. 211 или 215. Uh -huh. У нас э, uh -huh. разная техника, две разные скорости. 211 и 215 зафиксировала. И мы поставили парным дрифт. Это было очень быстро, это было очень страшно. Ну, и тем самым мы хотели э, показать, что автоспорт в Украине жив. Показать нашу инфраструктуру. Пообратить внимание, что есть и хотели бы... дальше развивать истав этой далее, да, далее рекорд какие хочетстав рекорд у нас есть планы и повторить свой рекорд все-таки свою цель которую мы так и не поставили мы хотим сделать мировой план Рекорд с парного дрифта и сделать это профессионально на минимальном расстоянии на максимальной скорости. Скорость должна быть больше 260 км в час. То есть 300 Даже. Это очень быстро, даже сейчас <с> безумие представлять, как это, потому что за 200 это уже было очень быстро. У нас просто боковые стекла подлетали в машине, потому что машина, которая разгоняется и ставится боком, она становится неконтролируемой, надо ее выдержать на траектории. Просто и... насколько швидко потрібно реагувати и, и думать, когда да. ты э, ну, за кермом, а взагалі в таких в, в гонках э, дрифтингу э, вы один, чи есть штурман разом? Нет, дисциплина дрифт не предусматривает штурмана. Угу. То есть задание, есть споттер. Споттер, он стоит на судейской вышке, либо на споттерской специальной вышке. Это тот человек, который твои как бы, глаза со стороны. Делаешь проезд, то он тебе там дает корректировки, потому что там не достал, рано переложился поздно, надо быстрее, надо медленнее и так далее. Он там делает корректировки визуальные как наводчик, можно сказать. Вот поэтому часто у пилотов в дрифте вообще отсутствует пассажирское сиденье. Мы оставляем, чтобы вот приглашать гостей, покатать, приезжайте к нам, с удовольствием вас прокатим, Добрый. ознакомим с эмоцией, подарим невероятный невероятные эмоции. У нас, кстати, есть вопрос с Инстаграма. Сегодня поделилась, да. что вы будете на эфире. А, и еще что пишут люди. Расскажите про найбільш рискованную автогонку в вашем жизни. Она была не так давно, мне кажется. Да? Ну, Расскажите, что. Да, это соревнования. Это были Логойск, город Логойск, Беларусь. Это был июль. 12-13 июля, кажется, и всего лишь три месяца назад mm -hmm. в этой гонке за выход в финал я ехал соперником из Беларуси, это Денис Клещевский, и на финальной дуге он слишком близко ко мне приблизился, и зацепив мою машину, он меня направил в вектор движения в стену. И вообще Логойск — это большая база mm -hmm. отдыха, и там большая парковка, можно так сказать, и на этой парковке проводилась она достаточно большая, то есть для профессиональных класса дрифт она подходит. Но ну, там один минус, там очень много бетона и прям очень тесно, то есть одна ошибка может стоить, там, как бы списанного в автомобиле, что мне и произошло. У меня она зацепила мою машину, она подлетела, стала неконтролированной, я там на скорости около 100 км в час э, врезался прям в стену, просто без, не тормозя получил oh, да небольшие там травмы сотрясения машину просто она восстановлению не подлежала и мы за две недели меняли сделали замену кузова восстанавливали машину за что большое спасибо моей команде команде ребят из элитоспорта автосервиса mm -hmm. владу фоку они просто пока я отходил от своих травм у меня было там повреждение колена и локоть и работал с реабилитологом, восстанавливался. Ребята восстановили машину и к 8 серпня, про которого говорили... Вы по, снова здесь... брали участие? Да, мы взяли опять э, участие. И еще там не до конца оправивших 6 от предыдущего, выехав на абсолютно новой машине, собранной, можно сказать, с нуля. Мы а тоже нет. дошли финал. А Николай думал, вот э, после таких, э, скажем Аварії в, в, в спортивних гонках не повертатися до цього спорту. Були такі колись думки? Знаєте, чи це, ми, чи це ми, не для ми, цього ми, ми, спорту, да. не, для, не для спортсмена автогонщика Мислі завжди бувають різні. Це ну, дійсно така ситуація, коли є время переосмислити, коли ти отримуєш травму, травмуєшся, у э, тебе ще йде чемпіонат, у тебя якісь розходи. Э, Конечно, это опасно, и, конечно, ну, были разные мысли, но я как бы не из тех, кто сдается или дает за неё, я просто, не задумываясь, ребята делали, я не мог подвести их или там сказать, я не поеду, я угу. сел, поехал и достиг хорошего результата среди этих 50 пилотов, которые приехали с, практически со всей Европы, со всего страны СНГ. Получилось доехать там в финал или полуфинал, топ-4 закончили. Uh -huh. А мото или авто? Пытаюсь. знаете, у меня в душе мотоцикла не есть, и они останутся навсегда. То есть я не езжу сейчас на спортбайках уже не ездил буду uh -huh. три точно. На спортбайке не сидел, но у меня есть чоппер, на котором я с удовольствием в свободное время по выходным либо же там какой-то рабочий день Катает. могу приехать да там, на работу в офис уехать и, uh -huh. и объехать пробки. Что найважливіше в дрифте техника, чи пилот? Сто процентов пилот Техника, она, конечно, это немаловажно Это 50% успеха, но, uh -huh. как показывает практика, уже Хотя это сегодня, мне кажется, спорный вопрос Судя по последним соревнованиям, которые проходили вот там в рамках чемпионата негласного мира Это RDS GP То некоторые пилоты прям Писали, что это не я, это недостаточно там резина, недостаточно мощности, недостаточно чего-то. То есть профессиональные пилоты, уже бывшие чемпионы, которые вице-чемпионы становились uh -huh. чемпионами серии, понимают, что сейчас гонка бюджетов вооружений, и они уже понимают, что недостаточно крутого пилота, uh -huh. и уже идет серьезная гонка вооружений. Uh -huh. Как он стал чемпионом Украины э по версии кого и чем это заверено? Вот то, что говорил, в 2019 году не было чемпионата Украины, к сожалению. Uh -huh. Был единственный чемпионат, который выиграл, и меня многие называют чемпионом Украины. Uh -huh. это, это чемпионат был украинский, в Украине в классе стрит, это был No Motors чемпионат, других чемпионатов тогда не было. Uh -huh. После этого, кстати, хочу добавить, меня это очень сильно возмутило, как спортсмена и уже пройдя какую-то административную часть и участвовал в жизни мотоспортсменов мы создали ассоциацию автомотоспортсменов в 2019 году мы собрали всех организаторов промоутеров в том же 2019 году зимой на 2020 год я стал главой ассоциации автомотоспортсменов и поставил этот вопрос почему Спортсмены, которые стараются, которые едут, и они не могут получить э, то звание, кто-то получает мастера спорта, кто-то не может ставить, получить даже чемпиона Украины, там, добившись каких-то высот. Э -э, это недостаточно был организован процесс Федерации автоспорта, mm -hmm. и промоутеры делали частные чемпионаты а Федерация не делала чемпионат Украины, и так получилось но сегодня, слава богу, наши усилия совместным, инициативные группы, в инициативную группу зашли уже, я приглашал пилотов, старейшин этой дисциплины и других дисциплин, кто уже давно в автоспорте, и общим коллективным мнением спортсменов мы попросили организаторов, промоутеров, чтобы они делали свои соревнования в рамках чемпионата Украины. Потому что мы ездим по международным лицензиям Федерации автоспорта за границу, тем самым подписывая документ, что мы не имеем права ездить на неофициальные соревнования. Сегодня в Украине славу, у нас все автоспортивные соревнования, практически там 90% они проходят официально в рамках и регламентированная федерация автоспорта, где каждый пилот, получив, выиграв чемпионат, может получить там свои там регалии согласно чемпионата Кубковой гонки, либо же это чемпионат Украины, и он получает звание, разряд и может стать чемпионом Украины и мастером спорта. Угу, окей, зачитаю еще одно запитание. Как вы тренируете свое тело и мозг, и как вы развиваете свою реакцию? Скажу честно, что три года назад в дрифт, мое мнение такое было после мотоспорта, когда я пришел, мы там тоже очень сильно работали старались работать над физическими своими способностями, над реакцией, над ощущениями. Были какие-то задания, подготовка, чем мы занимались, мы даже там ставили фишку, катались на маленьких мотоциклах, питбайках и прочим-прочим. Делали там ряд заданий с тренерами, занимались. Придя в дрифт, я думаю, что мне удалось в то время, это 100% в 2019 году, дать новый подход новый такой виток жизни дрифт он был больше у нас фанов ребята приехали не заморачиваясь там на машинах городских сели пытались ездить и друг перед другом что-то делать сделав системный подход за весь чемпионат я работал с давлением колес я работал с температурой каждой покрышки я работал тогда с настройками подвески под каждую дистанцию работал... у меня очень много было аналитики я сидел на трибунах записывал с бумажкой проезд каждого спортсмена скорость скорость разгона скорость прохождения дистанции и все сначала весь и первый этап ребята удивлялись кто-то говорили mm -hmm. ну типа что вы, ты не тем занимаешься или ä, не понимали для чего, но когда пошел результат, и я начал выигрывать э, этапы, то, конечно же ребят начали прислушиваться. И сейчас чемпионат действительно технически очень сильно начал расти. И вмешались уже бюджеты, и уже начали машины строиться не только на настройках, но уже на дорогих компонентах. И в том же классе стрит сейчас просто нереальный у нас чемпионат идет, нереально близкие проезды, нереальный скилл пилотов растет и так далее. Отчасти я не говорю, что все привнес, но много кто, я считаю, что 2019 году много чего сделал и дал этот толчок, который начал дать дальше расти. Есть такие спортсмены, которые участвовали в других дисциплинах, в ралли, в кольцевых гонках и так далее. И кто принимал с нами участие, либо же просто был членом команды там, в дрифте каких-то команд, они это начали видеть и вспоминать, как они в кольцевых это достигали. То есть я принес из других дисциплин эти настройки, какой-то подход, и он действительно работает. 18 9, ой, то есть 20 21 год чуть-чуть когда я пошел в профессиональный класс пришлось идти немного в, больше в медийное в работу со спонсорами и прочим прочим там оно мне немножко потерялось где я вот чувствую что я действительно потерял сейчас недостаточными работы с машиной потому что ты еще занят да, да, довольно Большим там количеством других дел Тебе надо где-то снять, сделать фотографию Где-то пообщаться, где-то дать интервью И прочее, прочее И сейчас вот хочу делать усиление команды И снова возвращаться в технический подход И в следующий год мы будем ставить Там новые цели планки угу. Достигать новых побед И піднімати уровень, і цього не так уже рост. А вікова категорія. А є якась, наприклад, що автогонщик, наприклад, там, займається цим видом спорту там, лише там, до 40 років, чи, чи, чи напротяг практика якого віку можна займатися цим видом спорту? На... Коли сейчас... йдуть ті гонщики на пенсію? Ось напевно так поставлю запитання. там высоких профессиональных чемпионатов, наверное, они могут в более лайтовые чемпионаты перейти и ездить по фану. Хотя есть и в чемпионате мира ребята ездят и с возрастом. За кем? Ну, дядя Каба, пилот Санкт-Петербурга, кажется, 55. Oh. И он до сих пор кайфует, едет uh -huh. и показывает классные результаты, прям, ну, такие яркие проезды и так далее. А, но показывают, как показывает практика сейчас, молодые пилоты, действительно, кто приходит 16-18-20 лет, они, конечно, фору дают. То есть дорогу молодым они пробивают. Они действительно чуть по-другому понимают, воспринимают, очень сильно помогают тренировки на симуляторах, автосимуляторах, то есть кто чувствует руками, не только ощущениями что происходит и визуально глазами, это uh -huh. тоже помогает. Вот, вернемся к вопросу, вы спрашивали, по подготовке. Я ушел в техническую часть, сейчас хочу вот вернуться в физическую часть. Мы сейчас занимаемся с тренером Сергеем Розум, мы ходим в, в клуб, ну не в клуб, а в спортзал, занимаемся спортзал единоборств где занимаются джиу-джитсу, карате, mm -hmm. и тайским боксом, и кикбоксингом, и, и, так далее. Но мы, помимо этого, той общей физической подготовки, мы занимаемся вот специальными заданиями. А, то есть, должно быть не только тренирование на трассе, а должно еще быть физическая подготовка. Именно то, что вы говорили, что скорость реакции понимание, ориентирование в пространстве мы разрабатываем, вот берем из э, мировых каких-то серий Автоспорта такие, как Формула-1, как готовят пилотов. И мы пытаемся строить эти программы и по этим программам сейчас заниматься. Классно! Это ориентирование, то, что вы говорите, скорость реакции мыслей это надо развивать. Есть угу. упражнения, задания, мы ими занимаемся. Их очень много, честно, я сейчас не буду перерассказывать, но работаем над этим. Ми вже за, за другим ефіром якось поговоримо. Mm -hmm. а, я вам дякую, що ви прийшли е, до мене на програму Кава з молоком. До речі, mm -hmm. кава у вас на столі є. Вважаю yeah, <laughs> вам е, перемогу вашій професії, міцного здоров'я. І ще раз дякую, що до нас прийшли на ефір. Це була програма Кава з молоком і сьогодні. В мене був в гостях чемпіон України з дрифтингу Артур Подлужний. Ну а я вам кажу, чао! Зустрінемось рівно за тиждень. Щосуботи. Зранку до Габріели Масанги завітають селебритіс. Кави попити. Чим вони живуть? Що їх тішить і що бентежить? Невимушені розмови про життя. Щосуботи, кава з молоком. З Габріелою Масангою. Слухай на радіо Київ 98FM. Дивись на ютуб каналі Київ Ефм.